Всем привет, с вами Валера. Хочу сказать, конечно, в первых строках своего видео большое спасибо всем тем ребятам, кто подписывается на мой канал, кто подписался на мой канал. Всем вам большое спасибо. Также спасибо за ваши комментарии, за вашу оценку. И постараюсь, конечно, дальше показывать свои какие-то работы. И, ну, и не только свои, конечно, работы. Но все по порядку. Итак, в этом видео я вам хочу показать автобус ЛАЗ-695, который вы видите. Это такая доработка. Доработка, скажу сразу, это не моя. Я это не делал. Это предыстория данного автобуса такова, что я состою в клубе коллекционеров в городе Львов, хотя там не проживаю в этом городе, но в 2020 году клубу исполнилось 10 лет. И так как я, допустим, не все 10 лет нахожусь в клубе, а меньше, среди ребят возник такой вопрос, что надо было сделать какой-то памятный подарок тем членам клуба, кто желает, конечно. И выборов был очень огромный, было много предложений. Я в свое время тогда предложил сделать автобус ЛАЗ, потому как все-таки автобус ЛАЗ выпускался в городе Львов. И это все-таки машина, и сама как модель, она бы очень хорошо бы смотрелась в любой коллекции, тем более у участников клуба. Ребята, конечно, меня поддержали, за это им большое спасибо. И в итоге получился вот такой вот ЛАЗ, который вы видите на экране перед собой. Этот предыстория, ну как покажу это, что был, какой ЛАЗ нас пошел донором. Все вы знаете, что Ultra Models выпускала вот такие автобусы ЛАЗы. Вот именно данная модель вот эта послужила прототипом для переделки, перекраски для клубного автобуса. Вот этот ЛАЗ. Все вы знаете, он, у многих есть, наверное, в коллекции такие автобусы. Вот он, вот этот ЛАЗ. Вы сами можете посмотреть, какой был проделан процесс работы. Ой, сейчас немножко свет падает, может плохо. И может плохо видно немножко, но чтобы вы видели. Процесс работы был сделан большой ребятами. Это, говорю, это не моя работа, я просто был как участник, как помогал, чем, ну, финансово, можно сказать, даже так. Поэтому вот в итоге получился вот такой вот клубный автобус к десятилетию. Всего было сделано таких 30 автобусов, перекрашено, переделано. Как вы можете видеть, нанесены декали, установлены колпаки, добавлены фототравленные детали, зеркала, фототравление сбоку львив, это тоже фототравленная деталь, покрашен салон. И вот такой вот автобус получился, вот вы можете видеть, вот есть табличка, чтобы вы понимали, что данная модель всего выпущена в 30 экземплярах. И здесь написано: клубный автобус, модель автобуса ЛАЗ-695. Клубный, я буду читать по-русски, клубный автобус, изготовленный в честь десятилетия Львовского клуба коллекционеру, основанного 30 жовтня 2010 года. Року. Жовтень, это у нас октября, вроде бы, точно не скажу. С другой стороны бока вы видите, здесь указан маршрут с указанием городов, тех городов, которые клубники, которые
состоят в данном клубе. Здесь практически указаны многие города, как Украины, так и ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому вот такой вот получился автобус клубный. Вот так он смотрится сзади. Вот вы, чтобы видели, здесь эмблема клуба. Написано, мы едем на Реал. И вот такая вот модель теперь у меня стоит в коллекции, как, в принципе, как такой памятный подарок от клуба, от Львовского клуба коллекционеров, в котором я состою. Я хотел с вами поделиться вот этой такой вот моделью, работой, которую проделали ребята со Львова. В принципе, скажу сразу, труд сделан очень хорошо. Модель сделана практически идеально. Самое главное то, что модель, можно сказать, существует только в 30 экземплярах. Больше таких моделей нету. И она тем более ценна, что, как и любому клубнику, который состоит в любом клубе коллекционеров, оно и будет интересно и очень оживляет. И такая память о том, что ты состоишь где-то, принимаешь участие. Правда, сейчас из-за событий в стране я давно уже не был во Львове. Но надеюсь, что все-таки туда еще как-нибудь попаду и обязательно встречусь с ребятами, потому что пообщаемся. В принципе, все ребята очень хорошие. Я не скажу, пока не могу сказать ни о ком ничего плохого, потому что, ну, это так вот. Поэтому вот такой вот небольшой мой ролик посвящен данному автобусу клубному. Конечно, если кто-то захочет из вас сам попробовать переделать какой-то, перекрасить автобус, вы это тоже сможете. Единственное, конечно, надо будет вам где-то найти декали купить. Ну, декали, они продаются. Купить колпаки. Колпаки, я насколько знаю, выпускает Харьковская мастерская Маэстро Вилс. Фототравление есть, выпускает мастерская АЕМ, это в России. На Украине кто выпускает, я не знаю. Что еще? Резину. Резину можно оставить родную, как здесь стоит, либо можно купить харьковскую резину и поставить также харьковскую резину. Поэтому вот такой вот ролик я заканчиваю, посвященный клубному автобусу. Конечно, хотелось бы услышать ваше мнение, что вы думаете, как сделана вообще работа и как вы относитесь к таким конверсиям. Поэтому всем вам еще раз большое спасибо. Спасибо всем моим подписчикам. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. И я обязательно еще покажу вам другие работы свои, которые я делал, делаю и еще, возможно, сделаю. Поэтому всем вам большое спасибо. Всем пока. До встречи.